Доброе утро, дорогие друзья. С вами Вера Станкевич. Сегодня у нас 9-й каст нашей ежеутренней, каждоутренней передачи, которая называется «Завтра с Библией». И сегодня хотелось бы поговорить насчет радикализма в вере. Должна ли наша вера быть радикальной? И то, что мы проповедуем, должно быть радикальным и так далее. Вот сегодня большинство людей связывают слово «радикальный», может быть, даже с исламом. Да? Мы говорим, есть радикальный ислам, и есть нерадикальный ислам. Но на самом деле, ну, это чисто мое убеждение, что радикальный ислам, вот тот, который мы видим его сегодня, это неправильное его понимание. На самом деле, там, где есть фарисейство, там всегда будет насилие, ненависть, гонение и так далее. И вот то, что сегодня происходит с ИГИЛ, да, в Сирии, там, вот где они там зверствуют, головы отрезают и так далее, это все как раз касательно вот этих вот... фарисействующих направлений в той или иной религии. То же самое было и в церкви в свое время, если вспомним инквизицию, гонения на евреев в Европе, погромы еврейские в России, черносотенцы и так далее. Это все фарисейство, то есть отрицание своих корней и создание чего-то нового. И вопрос, должны ли мы быть радикальными. На самом деле слово «радикальный» – это... В переводе, так, если в вольном переводе брать, это укорененный, да, или держащийся за свои корни. Я считаю, что мы должны быть радикальными. И корни у нас, сегодняшних верующих в Иисуса Христа, они на самом деле не начинаются с первой главы Евангелия от Матфея. Они начинаются с 20 главы книги «Исход», где мы помним, что именно в этом месте, вот прямо с первого стиха, можно читать 20 главу, это 10 заповедей, так называемых. На самом деле, не знаю, почему они называются 10 заповедей, на самом деле, это 10 пунктов завета Бога с людьми. И мы помним, что Бог сказал Моисею, что евреи будут уделом из всех народов и царством священников, и они должны донести вот эти вот заветы, которые заключил Бог именно с человечеством. Они, эти заветы, они не с евреями заключены, а со всем человечеством, эти заповеди. И самая первая заповедь как раз об этом и говорит: «Не делай, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Но дальше очень интересные вещи происходят. К сожалению, в большинстве церквей сегодня, говорю, во всех, но есть церкви, в которых отрицают сегодня существование завета Ветхого, говоря, что завет он новый. На самом деле Ветхий Завет, он заключен-то не с нами. И Ветхий Завет – это не книжка, которую мы читаем. Ветхий Завет, я уже об этом говорил, Ветхий Завет – это завет, который заключил Бог с Давидом. Извиняюсь, Новый Завет, прошу прощения. Новый Завет – это завет, который заключен Богом с Давидом, а Иисус в своей крови его просто воплотил в жизнь. Тот завет, который был заключен с Давидом. И поэтому люди, уверовавшие в Иисуса Христа, они рождены свыше. И у этого корни, на самом деле, находятся именно в Ветхом Завете. Конкретно, если говорить о... сейчас я открою Иеремию, говорить о Новом Завете, то Новый Завет, он был в пророчестве еще у Иеремии в 31 главе, с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды Новый Завет, не тот завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах, напишу его, и буду им Богом, и они будут мне народом». То есть, на самом деле, я хочу обратить внимание, что эти два стиха, они разделены, даже три стиха разделены четко на три части. Первое. Это то, что с домом Израиля и домом Иуды будет заключен Новый Завет. То есть я не буду расшифровывать, да, всем понятно, откуда это все, но поскольку мы знаем, что дом Израиля и дом Иуды – это дома, которые находились под благословением Авраама, а мы все сегодня, люди, которые уверовали в Иисуса, получили это благословение Авраама, то есть мы можем называться детьми Авраамовыми, то именно с нами он и заключен будет этот завет. Но дальше написано, что не тот завет, который заключил с ними, когда вывел из земли египетской, тот завет они нарушили. Вот в многих проповедях, которые я слышу, на этом все останавливается. Говорит, вот вы видите, тот завет, который был когда-то заключен на горе Синай, он уже недействителен. И сейчас уже все другое. На самом деле нет. Это тот же завет. Мы знаем, что Бог, он вчера, сегодня и завтра, и всегда один и тот же. Он не мог поменять свои заветы. Он оставил эти заветы. Просто здесь есть пояснение,
что завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон во внутренности их и напишу на сердцах их. Я напомню, что именно у Иеремии Бог даже говорит, как это будет выглядеть, что он заменит сердце каменное наше на сердце плотяное. Что такое сердце каменное? Сердце каменное – это те самые скрижали, на которых Бог перстом своим начертал 10 пунктов своего завета. И написано, что он напишет их теперь на сердце нашем. То есть на самом деле он заменит скрижали каменные на скрижали нашего сердца. И в этом есть Новый Завет. То есть не в том, что будет отброшено все, что было раньше, а именно в этом. И это как раз подтверждает Иисус в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 30, скажем, 5 стиха. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, скажи, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим». Откуда Иисус это взял? Иисус это цитировал, как мы знаем, и в разговоре с сатаной, и даже в разговоре с законником. Он цитировал это как раз из Ветхого Завета. Глава 20, опять же, Исход, написано. «Не поклоняйся им», да, 5 стих, «не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И 6 стих. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Иисус говорит, что нужно, первая заповедь – это полюбить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением. А дальше он пишет, «И сия есть первая заповедь, наибольшая». Вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Открываем снова Исход, 20 главу. Мы видим, что с первого, ну, будем говорить не с первого, а со второго и по 11 стих – это то, что Бог хочет, чтобы соблюдалось по отношению к Нему, а дальше Он пишет то, что Он хочет, чтобы мы соблюдали по отношению друг к другу. «Почитай отца и мать». «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего». То есть это есть любовь к ближнему. Именно это то, что хочет, именно это корни нашей с вами веры в то, что мы делаем. И вот этот радикализм должен быть в каждом из нас. Но нельзя перегибать палку и говорить, а, этот человек плохой, потому что он сатанист, потому что он не от Бога, потому что он носит обтягивающие штаны, потому что он... там делает себе татуировки, потому что он, там, я не знаю, наркоман, алкоголик, потому что он играет в карты и так далее. На самом деле Бог любит всех одинаково. Написано в Евангелии от Луки, 3 глава, 16 стиха, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб. То есть, что это значит? Что Бог хочет, чтобы мы донесли благую весть до каждого. И об этом говорит Иисус в конце Евангелия от Матфея. Но если мы будем проявлять нашу радикальность, наш радикализм, вернее, в том, что будем говорить, а, ты сюда не подходи, ты грешник, ты там плохой, ты там этот... Мы проявим свою фарисейскую радикальность. Мы скатимся, в конце концов, к тому, к чему скатились и иудеи, распявшие Христа, которые в своей вот этой вот фарисейской радикальности, своей веры, они даже не увидели, в общем-то, Мессию, который пришел спасти их. Мы докатимся до ИГИЛа, который сегодня в радикальности своего фарисейства вот такие вещи творит, которые, в общем, исламский мир не принимает. И сегодня очень много мусульман в Северной Африке принимают Христа. И мы докатимся с вами до инквизиции, которая казнила людей за инакомыслие и ересь. И в конце концов, если мы отойдем от Слова Божьего и не будем укреплять свои корни именно здесь, а не в фарисействе, здесь, а не в том, что нам навязывают, чтобы завладеть нашим мнением, то мы станем с вами такими же головорезами, в конце концов, как и все остальные. Поэтому ненависть к геям, ненависть к наркоманам, ненависть к ворам, ненависть к игрокам в карты, она ни к чему хорошему не приведет. Ним нужно проявлять любовь. Их всех нужно любить, потому что Бог есть любовь. Бог любит одинаково всех абсолютно. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы проявляем свое христианство, оно должно проявляться в любви, а совсем не в ненависти. И здесь написано, что
в Евангелии от Марка, в 11 главе, 25 стих. «Когда стоите в молитве, прощайте, если что, несете, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам, не простит вам согрешений ваших». Это значит, что мы не можем проявлять ненависть никому. Мы должны проявлять любовь и прощать их, потому что человек, он есть человек, он творение Божье. А то, что в нем делает сатана, то, что в нем делают вот эти вот темные силы, это совсем не имеет отношения к самому человеку. Человек может проявить себя с другой стороны. Мы не можем спасти человека, мы не можем изгнать из него и очистить в нем место для Бога, потому что Бог делает это сам. Он сам приходит, он сам очищает себе место, он сам изгоняет их, и он спасает, не мы. Но мы должны донести эту благую весть. И донести ее можем одним единственным способом – радикальной любовью, любовью ко всему. Не то, что мы должны быть толерантными, говорить, мы так любим, вот, ну вот они такие хорошие, наркоманы, геи, там, геймеры и все остальные. Нет, любовь – это когда мы молимся за него, потому что здесь написано, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Если мы будем молиться за спасение людей, которых мы любим, но они поступают не по Слову Божьему, это и будет проявление нашей с вами радикальной любви. Поэтому я призываю вас быть радикальными в вашей вере и радикально молиться, радикально верить, радикально любить. И в этом будет проявляться радикализм, а совсем не в фарисействе, иначе мы с вами докатимся совершенно до невероятных вещей, которые абсолютно не свойственны ни Ветхому, ни Новому Завету. Пусть вас Господь обильно благословит, пусть Его рука будет в вашей жизни постоянно над вами и хранить вас, и вы будете жить по Слову Божьему, по благодати. А благодать, как известно, она обогащает и печали с собой не приносит. Будьте благословенны. И мы с вами увидимся завтра, скорее всего, в 9:30 утра. С вами был Авиэль Станкевич. Завтра в 9:30 по Израилю мы снова завтракаем с Библией. Пока, до встречи.